Жертвами столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа в понедельник стали десятки палестинцев. Счет пострадавших идет на сотни. По поступающей информации, около 100 человек получили огнестрельные ранения. По сообщениям пресс-службы армии и обороны Израиля, в беспорядках в 12 районах вдоль границы сектора Газа принимают участие более 35 тысяч палестинцев. Протестующие жгут покрышки, забрасывают солдат камнями и запускают горящих воздушных змеев с целью поджогов на территории еврейского государства, а также воздушные шары с палестинскими флагами. В ряде мест жители анклава попытались разрушить заградительный забор и прорваться на территорию Израиля. Акции протеста возобновились в понедельник в связи с переводом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в день 70-летия еврейского государства. Такое решение принял в декабре прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.